Владимирович, к вам обращаются пайщики ЖСК «Северный» по улице Уфимцева, 10А, города Саратова. В 2017 году, после долгих лет строительства, наш дом наконец был сдан. Но выяснилось, что многие квартиры находятся в задвоенных, затроенных продажах. На данный момент на мою квартиру претендуют два владельца. На мою квартиру претендуют трое. На мою тоже претендуют трое. На мою четверо. На мою претендуют два человека. Но самое главное, что в суде может выясниться, что претендентов гораздо больше. Просим вас, помогите нам не остаться на улице. Наконец его ввели в эксплуатацию, и люди как бы обрадовались, что получили квартиру. Но при выдаче ключей выяснилось, что у нас появилось много задвоенных квартир. На данный момент 140 человек у нас как бы счастливчики, обладатели, начинают оформление квартиры. А более 100 квартир у нас оказались задвоенными, даже есть некоторые по 7 человек претендентов на одну квартиру. Вот. Мы обращаемся к вам с таким вот просьбой, как бы, вот еще из этих 100 квартир, скажем, 260 человек, которые у нас вот оказались задвоенными, и бывшим председателем ЖСК «Северный Зайцев» было своровано более 260 миллионов рублей. То есть на двойных, на тройных продажах. Вот из этих 260 человек, как бы 100 человек еще получат квартиры по решению суда, которые у нас сейчас проходят. А что делать тем остальным 160 человекам, которые останутся без средств? То есть они не получают ни компенсацию, вот, ни квартиры, ничего. Что делать этим людям? И вот поэтому мы как бы к вам обращаемся. Не можете ли вы, скажем, помочь нам в этом вопросе? Вот. Мы оказываем помощь всем иностранным гражданам. На это находятся средства. Но неужели в России не найдется средств денежных на то, чтобы вот компенсировать людям, защитить их права и дать им возможность наконец-то вселиться в квартиру?